Пару слов о пиаре, и я тут хотел обсудить момент из книги, который написал Дмитрий Чернов, называется книга «Волна». Книга хорошая, советую почитать тем, кто занимается большим пиаром, то есть пиаром для крупных компаний, корпоративным пиаром, внутрикорпоративным и все такое прочее. Такая академическая книжка, хорошая. Но один вопрос у меня возник. Там есть принципы работы с целевыми аудиториями. И одним из главных пунктов там написано, что журналисты не являются вашей прямой целевой аудиторией. Сначала я не понял. Потом я удивился, как же так. А потом вдумался и понял, что все-таки журналисты являются целевой аудиторией. Являются. Почему? Потому что журналисты что? Разве не потребляют ваши продукты? Журналисты что? Разве не могут порекомендовать кому-то из тех, с кем они общаются, ваши продукты? Журналисты что? Сами не заинтересованы в том, чтобы знать, как продавать их продукты? Ведь у каждого журналиста сейчас, если не книга в запасе, то точно какой-нибудь интернет-магазин. Так что журналисты являются вашей прямой целевой аудиторией. Почитайте книгу «Волна» и поспорьте с автором. Дмитрий, что вы скажете на это?